Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор четвертого каталога Faberlic. Классный весенний, много новинок и акций. Если хотите услышать отзывы, честные отзывы, оставайтесь со мной до конца. С первой страницы у нас поздравление от президента компании Faberlic. Такое милое, очень приятное. И новинки одежды, новинки новой коллекции. Девчонки, я очень критично отношусь к одежде Faberlic, а здесь прям засмотрелась, если честно. Особенно мне понравились вот эти плессированные юбочки, очень милые. Мне кажется, на лето вообще супер, их здесь несколько. Платье неплохое, футболки мне, девчонки, дальше понравились. Джинсовка нормальная, классная, обычная джинсовка. Штаны, конечно, вот эти, ну да, да, скажем так. Джинсики, и футболочка, и рубашка, и брючки, все, в принципе, ничего. Вот юбочка, еще одна плессированная, платьице, брюки, вообще классно. Хорошая коллекция одежды, считаю, конечно, что немножко цена завышена, но хотя бы есть на что посмотреть. Вы знаете, я вот буду думать по поводу этой юбочки, может быть, и возьму себе в розовом или вот в таком вот в мятном цвете, по-моему, она у нас еще будет, еще в желтом, вот, да, очень симпатичный, ботиночки классные вообще, причем 2500, ну, нормальная цена. Много-много здесь есть прям на что заглядеться, на что посмотреть, поэтому, да. Так, девчонки, в третьем каталоге мы с вами копили вот такие вот купончики. В личном кабинете мы можем посмотреть, что мы выкрали, на что мы можем их потратить, и с 24 числа уже можем их применить на втором шаге. Если кому непонятно, пишите, объясню. Здесь у нас стартует новая линейка «Пробуждающая энергия мирового океана». Я слышала от нескольких людей уже, что она действительно крутая. Я буду брать обязательно что-нибудь на затест. Здесь у нас морские водоросли в составе, насколько я знаю, опять же, кислородный комплекс «Новафтем» и много-много всего полезного. Так, вот теперь вопрос только, что взять. Пробуждающий крем для лица, либо крем-маску для лица питания. Но так как это крем-маска, я не знаю, не будет ли она закупоривать поры. Конечно, 800 рублей за 15 мл крема мне совсем не хочется отдавать, поэтому я выбираю между вот этими двумя продуктами. Скорее всего, я все-таки склоняюсь к маске. Это у нас крем с умной, многослойной, ламеллярной структурой из родственных кожекомпонентов. Я надеюсь, не будет родственных кожекомпонентов, как в серии Биомика. Поэтому обязательно возьму новиночку, девчонки, будем с вами тестить. Самый бюджетный получается у нас обновляющий крем для тела. 449 рублей. Морской эликсир, тоже 15 мл, девчонки, стоит 800 рублей. Ну, как-то прям дорого-дорого. Мне кажется, не каждый себе может позволить за такую цену брать. Дальше у нас подборки идут, прям подборки для подарочков, чтобы собрать вот что-то прям в подарочный пакетик и положить. Аромат, помадку, тушь. Тушь классная, но она у нас без акции в этом каталоге, невыгодно. Не советую. Помаду у меня, кстати, вот это есть, по-моему, в таком же оттенке. Первая леди. Еще подборочки, то есть для волос. Смотрите, можно ободочек, масочку, шампунь, сыворотку. Тут палетка, она тоже без акций, тоже невыгодно. Помаду вот эту я люблю, новую из Glam Team, мне нравится. По хорошей цене, кстати, девчонки, будет пилинг скатка от ICU. Берите, не раздумывая. Классный продукт, 389 рублей будет она стоить в этом каталоге. И это классная на нее цена, она стоит таких денег. Я пользуюсь сейчас с превеликим удовольствием, кончится, прям закажу обязательно еще вторую. И новинки, я надеюсь, что они будут в этом каталоге. Я, конечно, попробую заказать снова большую белую вазу. Очень уж хочется именно ее. Надеюсь, что они на складе появились. Бижутерия. Вот этот наборчик я вам уже показывала. Если кто не видел, в Инстаграм есть фото. И в прошлом видео я оставлю ссылочку на него в инфобоксе. Вот этот набор Vivienne мы подробно с вами обозревали. Он мне больше всего понравился из предложенных. Потому что я люблю такие сережки побольше. Сумка для ноутбука, будьте аккуратнее. Туда многие размеры ноутбуков не влезают. Маловато она. Гели для душа. Буду брать, девчонки, еще мимозу. Мне прям очень понравился этот аромат. Я брала тюльпан. Вот этот изысканный орхидея шипровый. Кто любит шипровый, пожалуйста. Тюльпан вкусный, но мне прям очень понравился мимоза. Зеленый такой аромат, свежий, что вот на весну хочется именно его. Вот такие подарочные наборы миниатюр у нас будут. Эту линейку мужскую я вам тоже рассказывала. Она, ну, на мой взгляд, пахнет цветочной, совсем не по-мужски. Я сейчас, кстати, сама пользуюсь гелем для бритья и умывания. И мне нравится, как он себя ведет как бы на коже. Никакого раздражения, ничего, нормально. Но запах не брутальный. Девчонки, будьте внимательнее. Еще у нас же третий каталог короткий. Не пропустите, успейте свой заказ сделать, чтобы баллы не потерять, да? Потому что третий каталог у нас двухнедельный всего. И уже прям начинается четвертый. Он будет уже 3 недельки. Сначала загляделась на набор тени «Ослепительный взгляд запеченный» и тушь для ресниц, потому что тушь для ресниц одна из моих любимых, Faberlic, вот эта, мне очень нравится она.
И думала заказать какие-то тенюшки, потом подумала, гораздо дешевле эта тушь бывает по акции по 190, и по акции тени бывают тоже гораздо дешевле, поэтому набор, ну, не очень выгодный, скажем так. Подводку вот эта, кстати, мне очень нравится. Понравилась прям уже вот сколько я ей, недели 3-4 пользуюсь, ничего не высыхает, прекрасно держится на глазах, ни разу не отпечатывалась, хотя у меня как бы, ну, комбинированная кожа и веко такое жирноватое, скажем так, ни разу не отпечаталась, поэтому прям подводка для меня самая лучшая, пока которой я пользовалась. По классной акции будет полуматовая помада «Бархатный сезон». Возможно, подберу себе какой-нибудь оттеночек. Мне прям вот этот нравится, модный коралловый. Красиво смотрится на губках, красивый оттеночек. На весну цена наишикарнейшая. Еще одни интересные новинки. Это тканевые маски для лица. Потрясающие, конечно, очень хочется протестить. Смотрите, сколько их будет, много разновидностей. Но единственное, что 179 рублей для тканевой маски, ну это перебор. На один раз маску это прям очень круто. Любые две маски за 119. Я обязательно возьму какие-нибудь на затест, чтобы как бы и вам дать рекомендации, стоит их брать или нет. Витамин С, жемчуг, пептиды, коллаген, гиалурон, алоэ. Попробуем, девчонки, обязательно попробуем, чтобы знать вообще, что это и с чем это едят. Варио будет снова по акции. Сыворотка плюс любой крем 699. Варио мне линейка вся понравилась. Могу ее смело вам рекомендовать и за такие деньги. Эликсир, на мой взгляд, самый лучший. Это двоечка Аквалифтинг. Именно его всем и советую. Хорошие акции в линейке Уикенд. Одна из любимых моих линеек. Ночная маска – это прям лучший продукт в этой линейке. Поэтому смело могу рекомендовать и этот набор тоже. Ночная маска, крем для лица, крем для век. То есть вот этот наборчик весь будет стоить 900 рублей. Классная цена, если еще скидка консультанта, такой преподнести подарок. Потрясающе. Все вот прям лучшие продукты собраны в одно. Девчонки писали мне некоторые, что у них шелушится кожа и сухой тип кожи. Какой крем использовать? Вот, девчонки, смотрите, будет набор за 649 рублей. Кислородное сияние. Кто именно страдает сухостью лица? Я когда только начала заниматься Faberlic, начала именно с этой линейки. У меня тоже шелушилось зимой от обветривания, наверное, от морозов лицо в Т-зоне, да. И вот эта именно линейка меня от этого спасла. Больше как бы я не возвращалась к ней, да, но грамотный уход за своей кожей, у меня никогда после этого больше не было шелушения. Кто, девчонки, хотел матирование, вот кислородный баланс, дневной. Ночной не матирует, он немножечко ее питает. А вот дневной, да, советую смело. Отличный подарок для мам, бабушек, линейка 40+, Гардерика, да, здесь дневной крем, ночной крем плюс крем для век за 1000 рублей. Это классная серия, я сейчас заканчиваю. Ночное обертывание для шеи и декольте обязательно потом хочу взять, когда будет акция, драгоценную масочку красоты, попробовать, потому что многие девочки ее хвалят, говорят, что она действительно достойна. Вот новинки прошлого каталога, да, органайзеры, дороговато за 300 рублей, а для ватных палочек и дисков вообще 500. Но это перебор, честно говоря, перебор. Да, они потолще, чем из фикса, да, я их трогала на пункте выдачи, но, не знаю, девчонки, 500 рублей – это перебор. Набор бодспилинг снова будет по акции, это последний шанс его взять, особенно за такие деньги, потому что летом этими продуктами пользоваться не рекомендуется, там есть кислоты, могут быть пигментные пятна, раздражение, если выйдете на улицу без SPF, поэтому сейчас еще пока февраль-март, поделать пилинги можно, а дальше уже все, надо уже делать перерывчик на лето. Девчонки мне писали, что вот эти средства, отбеливающие крем с моментальным осветляющим эффектом, тоже матируют. Кто пользовался, очень интересно ваш отзыв, потому что там много было споров на эту тему. Девушка написала, что они матируют, но я, конечно, сильно сомневаюсь, девчонки, если это так, обязательно отпишитесь, потому что правда интересно. Вот она скаточка, да, у нас будет по 389 рублей. Кто, у кого тоже кожа сухая или нормальная, вот можно будет по акции взять, по классной, кстати, акции, активный крем для лица из этой же линейки. Я не беру крема из этой серии, девчонки, потому что я как масляный блин потом хожу. Вот, а у кого сухая, можно. И скидка на этот крем будет 60%, если мы совершим покупку по каталогу на 2000. Это тоже важно учитывать. Хорошая цена, девчонки, будет на маску, активную маску для лица 2 в 1. Я всем ее тоже советую. 3 оксида цинка здесь, 3%, да. Можно использовать как умывашку, можно как маску. У меня действительно она сокращает поры и матирует кожу. У кого проблемная кожа, у кого есть высыпание, у кого жирная кожа, вот очень советую. Хочу попробовать ботанику. Девчонки мне писали, что действительно стоит внимания эта серия, несмотря на то, что она такая дешевая. Но обязательно у меня когда-нибудь до этих кремов и масочек дойдут руки. Буду брать опять бальзам для стоп гладкие пяточки. Он будет по скидке 99 рублей в запас, потому что остался один. Использую его сейчас как крем для рук, и хоть более-менее так руки восстанавливаются. Потому что все остальные крема, ну, ни о чем. Мой любимый, который я показывала вам в прошлом заказе. Если не видели, ссылка под видео будет. Новиночка, мусс для душ. Да, он потрясающий, девчонки. Он стоит своих денег. У него очень маленький расход.
вот вы когда выдавливаете, да, одно нажатие, он потом заметно увеличивается на вашей руке, и буквально двух нажатий хватает, чтобы принять душ. Он классный, он нежный, кожа после него мягкая, и само ощущение на теле вот этого вот продукта просто дарит истинное блаженство, поэтому рекомендую. Кто-то писал, что дорого, я считаю, нет, недорого, чтобы порадовать себя любимую, совсем недорого, но он будет 249 рублей у нас только, если мы возьмем какие-то два продукта, да, желтые ценнички у нас здесь. Умный кератин, девчонки, будет по хорошей акции, у меня пока шампуней много, и я так довольна ботаникой, что даже умный кератин не хочется брать на самом деле, хотя вот эта линейка просто потрясающая, да, с розовой полосочкой, у меня такие волосы шикарные после нее, они так здорово лежат, поэтому, возможно, когда-нибудь я к этому шампуню и бальзаму обязательно вернусь. Краска будет по хорошей акции за 139, дешевле она не бывает, я пока брать не буду, у меня стоит на полочке 9.1, ждет своего часа, может быть, через недельки-две покрашусь, и стоит вот такой ампульный концентрат с амлой, буду вместе с ним краситься. И из этой же линейки у нас будет акция на серию с амлой. Я очень рекомендую эликсир для волос вот этот, потому что все, что я не перепробовала в Faberlic, пушит мои волосы, и только вот этот эликсир, он делает волосы мягкими, живыми, кончики запаянными, поэтому смело могу рекомендовать эликсир, прям вообще супер. Наконец-то в каталоге и вообще по адекватной цене появилась разогревающая маска против выпадения волос. Вот она, да? Я ее очень люблю, девчонки, мне она нравится, она действительно разогревается, она будет хорошая, 199 рублей. Ну и как-то, не знаю, у меня с ней, мне кажется, волосики быстрее растут, прям вот значительно быстрее. Вот ботаника, у меня сейчас стоят клевер и гранат, классные, мне тоже очень понравились они. По акции у нас будет серия прополис и шиповник, восстановление, уход, да? Девчонки писали, что не подошла ботаника, утяжеляет волосы. Девчонки, адекватно подбираем себе шампуни. И, девчонки, если у вас волосы жирнятся у корней, кожа головы, значит, выделяет много подкожного сала, жира, да, значит, вам нужен шампунь для жирных волос. Но в то же время могут быть сухие кончики. И бальзам мы берем уже по состоянию кончиков, по состоянию волос. То есть шампунь мы берем для жирных волос, допустим, для объема они у нас, да. А бальзам уже берем восстановление, уход, да, защита и так далее. Что-то такое вот. Поэтому будьте внимательны, чтобы не утяжелять свои волосы, подбирайте правильно шампуни. Любая зубная детская паста и из линейки Кошка и Технокидс у нас будет за 99 рублей. Буду брать опять в запас. Пасты нравятся, люблю. Девчонки, хочется, очень-очень хочется оценить прям качество нового стирального порошка, действительно ли там новая формула, поэтому буду брать. Буду брать, возьму какой-нибудь, возможно, универсальный вот этот, скорее всего, и потестирую. Ну, может, и пробничек возьму, не знаю, но, скорее всего, полноразмерочку, потому что хочется, хочется, действительно, может быть, у нас стал хороший порошок, будет все оттестировать, обязательно попробуйте. Девчонки, если вы пробовали, то пишите, пишите, как вам, действительно ли есть разница, очень интересно. Освежитель буду брать, девчонки, скорее всего, антитабак, он мне очень нравится, свежесть фруктов прям совсем быстро исчезает из воздуха. И ягодки, они уже тяжеловаты на весну, а уже весна. Только 3 нам по акции дают на выбор, поэтому, скорее всего, возьму антитабак, потому что уже кончаются. Вот это средство жидкое универсальное протестила, девчонки. Что могу сказать? Ну, нормально очищает. Я не пробовала пока им чистить там кастрюли или сковороды, не могу ничего по этому поводу сказать. Ну, а так с плитой, с микроволновкой, с раковиной справляется. Он, конечно, немножко послабее, чем средство для духовки, духовок и плиты. Мне напоминает чистящий крем. Если он у нас тут будет, сейчас я бы вам его показала. Для металлических поверхностей такой в зеленой тубе, в тубе в такой, как паста зубная. Вот он мне напоминает его. Он слабее, конечно, этого, но тоже неплохо. Вот в конце у нас представлены новинки, да. А вот эти джеггинсы, кстати, видела на пункте выдачи. Классные, классные по качеству, классные. Они такие довольно плотненькие. Не на лето, не на лето, на весну, да. А у них подклад есть такой довольно теплый. Водолазочка у нас с рукавом коротеньким. И пошли новинки новой коллекции одежды. Ну, не знаю, мне вот эта расцветка не нравится, я такое бы себе не взяла. Куртка еще более-менее, но в платье в таком аляпистом или водолазке не очень. Вот это вот платьице ничего, но 3000 тоже. Понравились футболки, девчонки, вот эти. Вот, не знаю, может быть, беленькую даже. Вот хочу какую-нибудь из этих футболочек взять красиво. Вот этот комплект, кстати, я подумала, что платье, как платье, он даже удачнее, мне кажется, бы смотрелся, чем по разительности. Красиво, тоже очень красиво, мне кажется, на худеньких девчонку будет смотреться прям потрясающе. И большие размеры, у нас теперь опять разница в ценах будет. Смотрите, если до 52-го 799 рублей футболка, то после 52-го она будет стоить 899, на 100 рублей дороже. Имейте в виду, есть стимул похудеть. Расцветку такой обуви я тоже не понимаю. А так новинок много. Бижутерия вот эта, кстати, понравилась. Тоже красиво очень смотрится, эффектно. Серьги особенно. Вот юбочка опять. Платье, мне кажется, даже вот там на девушках пополнее смотрится лучше, чем здесь. Прям как-то классное платье. Вот это тоже супер. Прям вот с кедами, с кроссовками огонь. То есть я, мне кажется, впервые в жизни хвалю одежду Faberlic. Мало экземпляров удачных, но они действительно есть.
Они действительно есть, и есть на что посмотреть. Вот, мне кажется, на этой девушке даже платье смотрится интересней, чем на той. Ободочки я такие не понимаю, широкие. Много обуви. Мужская коллекция, детская коллекция в конце и распродажа, которая как бы здесь ничего заманчивого для себя тоже не нашла. На что стоит обратить внимание, на кошку манго у нас аллергия, красными пятнами покрываемся. Вот это вот нравится, может быть, и возьмем. Руки только мыть, тело я опасаюсь этой серии. Нуки за 119 рублей, если берем две. Вербена, люблю мицеллярку, девчонки, мицеллярка потрясающая просто. Так, почем она у нас? 129 рублей, мицеллярка бывает с 99, акция невыгодная, совсем не акция. Она глазки не щиплет, очень комфортная, кстати. Вот это вообще уже не смотрю, потому что даже вы мне рекомендовали 5 в 1 для рук, для ног, нет. Не дает мне нужного питания даже эти кремушки. Помадки. Ну, я сатиновые не люблю, а так присмотреться можно. Цена адекватная. И для тех, кто хочет зарегистрироваться в четвертом каталоге, будут подарок Рената. Оба аромата на выбор, да, как бы я посоветовала бы сейчас брать зеленый, потому что красный тяжеловат, он больше на холодное время года, а зеленый как раз весенний. А если еще не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Ну, вот такой у нас обзорчик с вами получился. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.